Працягваецца 26-ты чэмпіянат краіны па футболе. На сваім полі мікашэвіцкі граніт прымае бронзавага прызёра мінулага сезона салігорскі шахтёр. Нягледзячы на тое, што каманда з Мікашэвічу ў гэтым сезоне забіла амаль у два разы больш галоў, чым салігарчане, шахтёр зараз знаходзіцца на 8-м радку турнірнай табліцы, а мікашэвіцкая каманда на 10-м. Апошні раз мікашэвіцкая каманда перамагала шахтёр у 2009 годзе. Ці зможа сёння граніт парадаваць сваіх заўзятараў і атрымаць першыя тры ачкі на хатнім полі, дазнаемся вельмі хутка. Боевая игра получилась, я думаю, зрителям, болельщикам понравилось. Ради такого футбола болельщик выходит на футбол. Что касается игры, конечно, любая команда могла выиграть, могла проиграть. Боевая, быстрый мяч, в центре поля не задерживался. Атака на атаку шла. Видели, что много сегодня было рассечений. Ребята не жалели себя, не щадили. Били за каждый мяч. Считаю, что мы были ближе к победе. Бушман 3 суперсейва совершил. Но моменты у нас были простые. Это забей мы первым, тоже Исакович. Исакович? Тоже. Разбудь. Потащил. Может быть. Спасибо большое. Ну, эмоции такие противоречивые, то есть была обида острая, увлекательная игра, мне кажется, болельщикам понравилось. То есть я считаю, у нас сегодня все было для того, чтобы победить, то есть такой остался немного неприятный осадок после матча. А как вы можете оценить время соперника? Хороший, высококвалифицированный соперник сегодня был у нас. Хочется отметить особенно игру голкипера, то есть у нас было много хороших моментов. Его мастерство не позволило нашим нападающим сегодня отличиться. Но я считаю, что мы тоже были достойны.